47 раненых, 1 погибший. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей неутешительна. За 11 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 45 подобных аварий. Безалаберность, невнимательность и незнание элементарных правил дорожного движения может привести к невозвратимым последствиям. Чтобы обезопасить себя и своего ребенка, необходимо следовать простым правилам. В первую очередь иметь на одежде или рюкзаке световозвращающие элементы, ведь зачастую аварии случаются в темное время суток. По мнению педагогов и госавтоинспекторов, даже небольшая вставка или наклейка на куртке может спасти детскую жизнь. Сейчас будем проверять световозвращатель. С собой есть световозвращатель? Нет. Почему? Для чего нужны световозвращатели? Для того, чтобы машина, если фарм, в темное время суток, для того, чтобы быть заметным для водителя. Как показал мониторинг, за Свияжской школе номер 70 к ПДД относятся серьезно. Большинство учеников имели световозвращающие вставки и наклейки. А тем, у кого их не оказалось, инспекторы подарили светящиеся наклейки на одежду. Кстати, в учреждении действует свой родительский патруль. Родительским патрулем мы выходим дежурить после обеденное время, когда ребята идут с уроков. Проверяем, как они переходят дорогу на пешеходном переходе. В основном на проспекте Хошимина и на улице Самарской. Такие рейды мы проводим с целью пропаганды безопасного дорожного движения, чтобы дети были живы, здоровы. Организаторы мероприятия взяли на контроль не только наличие светоотражающих элементов на одежде, но и безопасность перехода проезжей части вблизи образовательной организации. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.